Всем привет, друзья! Меня зовут Тимофей Маслов. Сегодня у нас на обзоре вот такое замечательное устройство. Это конвертер напряжения для галогеновой фары. Приветствую всех на канале Ультра Автоматика. Сегодня у нас на обзоре конвертер напряжения для галогеновых фар. Это интересное устройство размером с пачку сигарет, которое позволяет увеличивать напряжение на контактах лампы, тем самым повышая ее яркость. Здесь два разъема. Один подключается непосредственно вместо лампы. Лампа подключается ко второму разъему. Давайте проверим, как это работает. Для получения более объективных результатов мы будем использовать вольтамперметр с AliExpress. Ссылка будет в описании под видео. Смотрим. Испытания будем проводить на Mitsubishi Outlander 2015 года. У него линзованная оптика. Лампа H7. Попробуем ее достать. Итак, мы достали лампу. Вот она. Сейчас попробуем отключить ее и подключим наш прибор вольтамперметр для того, чтобы замерить напряжение и ток, подаваемый на лампу. Итак, прибор мы подключили. Сейчас надо подать напряжение и посмотреть, что показывает вольтметр и амперметр. Итак, двигатель сейчас выключен. Напряжение 11,4 вольта, 3,93 ампера. Теперь заведем двигатель. Теперь у нас 3,1 вольта и 4,24 ампера. 4,25. Ну что ж, теперь давайте попробуем подключить конвертер и посмотрим, что изменится. Мы подключили конвертер, и теперь остается подать напряжение, чтобы посмотреть, какой будет результат. Двигатель выключен. Включаем фары. Лампа загорелась. Напряжение 13,7 вольта. 4,39 ампера. Двигатель выключен. Попробуем завести. Двигатель заведен, но напряжение и ток по-прежнему точно такие же, ничего не изменилось. Нет, вот даже немножко подросло напряжение. Ну и, соответственно, лампа стала светить заметно ярче. Блок легко поместился внутрь корпуса фары. Сейчас мы закроем крышку и посмотрим, как это выглядит. Крышка закрылась, все аккуратно поместилось внутри, ничего не болтается. Размещать внутри очень удобно. Давайте подведем итоги. Блок действительно повышает напряжение на лампе. За счет этого лампа светит ярче. Я пошел ставить во вторую фару. Да, и чуть не забыл. Очень интересный эффект. Когда запускаете двигатель с включенными фарами,
то лампы больше не гаснут. Сейчас я попробую вставить видео, небольшой фрагмент. Там в левой фаре установлен стабилизатор, а в правой еще нет. И лампы не моргают. Свет фар не гаснет во время запуска двигателя. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!